Нужно просто это сказать. Страну по клубам. Типа, какие клубы и страна? Типа, ну, там будут, играют, там, да? Будут клубы, и ты просто скажешь, в какой это чемпионат. Пять эмблем, одна страна, кто первый называет, один балл. Поехали. Франция. Серьезное начало. Это что? Это Бразилия. И снова верно. Германия. Германия. Наверное, здесь думаю по баллу. Япония. Почему ты Япония сказал? Не знаю. Корея, да? Да, Корея. Это... Клуб. Вот это желтый, да. Клуб. Колумбия. Аргентина. Нет? Мексика. Иди сюда. Молодец, Мирон. Что за пчела? Португалия? Это Португалия, да. Нет, это Бенфика, ты думал, да, Бенфика? Сейчас, давай, надо подумать. Австрия. Голландия. Ну что, что вы за чемпионаты взяли? Русский поставьте. Какой Люксембург? Я не знаю такого чемпионата, Люксембург. Это Украина. Никакая Украина. Нет. Откуда? Как это его страна-то называется? Сербия. Сербия, это Сербия, да, сербы. Я сразу же этих болельщиков сразу же вспомнил, сумасшедших. Второй раунд, голос трибун. Угадывайте страну, один балл. Угадывайте клуб, еще один балл. Поехали. Англия. Фарт сказал? Лестер. Нет? Это Тоттенхэм. Тоттенхэм, уй-уй-уй. Германия. Бавария. Это Италия. Аякс, Амстердам. А мне так знакомо было. Я просто я помню их, да. Никто не угадал. Это Германия. Это Германия, 100% Боруссия. Верно, по одному баллу. Да. Ну а там они все одинаковые почти, вот это ля-ля-ля-ля у них, вот у всех команд на самом деле. Испания. Италия. Это Греция и ПАУ. Не Испания это? Италия, может, нет. Подожди. А это Португалия и это Бенфика. Давай, заключительную надо угадывать. Мы что-нибудь угадаем хотя бы сегодня? Ну, скажи что-нибудь. Давай, Мирон. Италия.
Ну какая Италия? Ты итальянский язык вообще слышал когда-нибудь? Италия? Я опять скажу Испания. Это Корея и... Ну я хотел, да, потому что я вспомнил у Рыбуся. У Рыбуся тогда был вопрос с Брайаном, там Япония или Корея тоже было. Да. Так, сейчас что у нас? Смотрим видео, заканчивается эпизод. 2 балла за правильный ответ. Кто и как подаст угловой? Судья ударит. Ну что, он передачу отдаст, а тот подбежит и заберет мяч. А он мяч задел, да? Да. Сейчас игрок в ворота мяч закинет. Да, это верно. Отдаст передачу. Головой отдаст передачу. Другой забьет. А, нет. Ну, упал. Гол вратарь забьет сейчас. Пересечет ли вратарь центральную линию? Пересечет. А, нет. Конечно, видно, бежит на всех. Сейчас еще гол забьет. Я думаю, это перехватит. Все нормально. Что сделает судья? Назначит. Штрафной удар назначит. Победил сегодня Никита Медведев. Спасибо, мой друг. Поздравляю. Спасибо. Не переживай, сегодня ты проиграл, завтра я выиграл. Впечатление, что самое сложное, что удивило? Да нет, ну самое сложное, это когда... Да, фанаты самое сложное. Удивило? Нет, ну удивило. Чудак, когда упал, встал и гол забил, вот это вот удивило. Да я думал, что-то будет это такое интересное, что говорит здесь, а что будет? Но он встал, гол забил, что там еще может быть? Думал, головой отдаст. Такие вопросы с подвохом были.